Как-то мама с папой вышли. Смущает гениталии? Ты конформист. Ужасный. Он стал вегетарианцем. Я не ем, падаль. Это и не падаль. Это курица. Куриный труп. Давай человеческие жрать будем. Кто отправил это? Одноклассница. Что говорилось, сообщи. Хочу, чтобы ты трахнул меня в задницу. Алло? Не знаю, что делать. Сиделка меня подвела. Возьми собаку. Ксанай, на твою псину совершенно нет времени. Знаешь же, Рома, нужно, чтобы кто-нибудь за ним присмотрел. Что вы делаете? Нет! Сволочь! Ром, хватит уже! Я на куски тебя порублю! Ты лузер. Кто я? Это значит неудачник. Я знаю, кто такой лузер. Это не свобода, нет? И не признак ума, это лишь неподвижность и смертельная тоска. Я не представился. Филипп. Филипп Марс. У меня фобия. Мне страшно прикасаться к людям. Да, сбежал из психушки. Ку-ку! На диване храпит мужик, так и надо? Мы вместе работаем. Это он тебе ухо отрезал? Ты пустил его спать рядом с кухней, полной ножей? Отец, приди в себя, наконец. Ты на какой планете живешь? Скоро у нас открывают новый инкубатор, так что они смогут убивать еще больше. Мы их взорвем. И где же эта взрывчатка? Под кроватью, там, в спальне.